Итак, дорогие друзья, все у нас готово для старта первого заезда в классе «Взрослые» в рамках чемпионата России по кроссу на снегоходах 2016 года. Первый этап. Город Альметьевск принимает спортсменов. И, соответственно, на наших глазах сейчас пройдет старт одних из лучших гонщиков страны. Сейчас на стартовой линии спортсмены будут располагаться согласно своей квалификации, которая прошла буквально час назад. И вновь нам предстоит насладиться стартом. Очень зрелищно всегда это все проходит. Ну а пока ребята готовятся, мы готовы познакомить вас со списком участников класса «Взрослые». Итак, под стартовым номером 1 стартует представитель Ярославля спортивно-технического клуба «Атлант» Денис Рязанцев. Лидер по рейтингу, лидер пока квалификации и один из главных фаворитов этой гонки. Со второй позиции под номером 434 также представитель Ярославля стартует Алексей Попов. Под третьим номером и третьей позиции стартует представитель Нового Уренгоя СТК «Факел» Евгений Смолин. Под четвертой позиции и такой же стартовый номер стартует представитель СТК «Ямбург» Дмитрий Скляров. Под седьмым стартовым номером стартует Валерий Хоменко, Новый Уренгой, СТК «Факел». Под номером 327, шестой позиции, стартует Сергей Романенко. Также из Нового Уренгоя и тоже клуб «Факел» он представляет. Далее идет Артем Пехтерев из Санкт-Петербурга, несмотря на свой высокий стартовый номер. Артем только с седьмой позиции стартует после квалификации. С восьмой позиции под номером 10 стартует Яков Карпман из Ярославля. Ну и замыкает десятку наших гонщиков в этом классе Александр Знайдюк из Нового Уренгоя, представляющий клуб «Ямбург», и Денис Сатрисламов из того же клуба, также Новый Уренгой, под номером 999. Итак, гонщики на старте. Готовятся, готовимся с ними. И мы, все зрители, которые с особенным интересом на это все смотрят, все-таки нечасто можно увидеть своими глазами гонки лучших спортсменов нашей страны. Итак, заводится техника. Ждем команды судей. Напряжение над стартовым створом повисло. Возвращает гонщиков на исходной позиции Сергей Романенко. Чуть-чуть все-таки превзошел тот предел, который допускают судьи при старте.
и в связи с этим заставили спортсмена вернуться на одну линию с остальными соперниками. Вновь заводятся двигатели, вновь все внимание на судью стартового. Стартовали у нас спортсмены. Смотрим, как пройдут они первый вираж. Именно итоги этого виража покажут нам, как будут располагаться на первом круге спортсмены. Судя по третьему номеру на зеленом снегоходе, это Евгений Смолин у нас пока выбился в лидеры. Очень интересно у нас стартовал этот заезд. Евгений пытается воспользоваться свободой, которая открылась перед ним. Все-таки является лидером, и этим надо пользоваться. Посмотрим сейчас, кто главный преследователь Евгения. Это будет ясно после прохождения контрольной отсечки всеми спортсменами. Но видно, что на третьей позиции идет Денис Рязанцев из Ярославля. А вторая позиция... Вторая позиция пока не совсем четко видно, кто это. Итак, смотрим. Дмитрий Скляров у нас идет на второй позиции. Дмитрий вновь доказывает, что именно официальный заезд его конек. Евгений Смолин на первой позиции. Скляров на второй, а Рязанцев замыкает тут тройку лидеров. В принципе, ожидаемо, что именно эти спортсмены будут у нас лидировать, но в той последовательности, какой они идут, это всегда является неожиданностью. Напоминаю вам, что гонщики выступают на технике, на которой не разрешены какие-то модернизации, улучшения, то есть на стоковых снегоходах стандартная комплектация. Согласно регламенту, снегоходы, что в группе взрослые, что в группе взрослые 2, с двухтактными двигателями объемом до 800 кубических сантиметров, запрещается на снегоходах устанавливать двойные трубы, программированные в модуле зажигания. Но также разрешены снегоходы с четырехтактными двигателями объема до 1100 кубических сантиметров. Серьезная очень борьба. Серьезная борьба идет у нас на трассе. Продолжает удерживать свое преимущество Евгений Смолин. Дмитрий Скляров его преследует. И Денис Рязанцев тут же. Но эта тройка с самого первого круга в такой последовательности располагается у нас на трассе. Яков Карпман пока на пятой позиции. Артем Пехтерев на четвертой. Это те спортсмены, которые готовы в случае осечки кого-то из лидеров занять их места. Но пока что Евгений Смолин, что Дмитрий Скляров, что Денис Рязанцев
идут уверенно по трассе, удерживают свое преимущество. Словно хищный зверь, изголодавшийся, пожирает просто круг за кругом снегоход у Евгения Смолина, который выступает единственный из спортсменов в этом классе на технике Arctic Cat. И в данном случае, если использовать спортивную терминологию, можно сказать, что Евгений выступает не в желтой, а в зеленой майке лидера, точнее его снегоход такой зеленый окрас имеет. И пока этот зеленый окрас и олицетворяет у нас лидерство в этом зачете. Но, впрочем, Евгению рано расслабляться, все-таки позади него два очень опытных спортсмена, что Дмитрий Скляров, что Денис Рязанцев, конечно же, до последнего будут пытаться обойти лидера. И здесь, конечно же, важно, чтобы не подвела техника спортсмена. Но, как мы видим, все-таки у юношей в классе юниоры больше вот этих нюансов, связанных с их ошибками, неопытностью. Здесь профессиональные спортсмены после того, как выбиваются в лидеры, очень уверенно держат свои позиции. И Евгений Смолин красиво преодолевая трамплины, виражи, держит свое преимущество. На пятой позиции у нас Карпан, потом Хоменко, те ребята, которые, конечно же, не просто вышли покататься на трассу, а которые также борются, решают свои задачи, замыкают эту десятку Александр Знайдюк. Попов на седьмой позиции идет, Романенко на восьмой, Садрисламов на девятый. Уже на круг некоторые спортсмены отстали от лидера. Пехтерев продолжает пытаться догнать оторвавшуюся тройку. Но ребята, которые сейчас возглавляют этот заезд, конечно же, слабинки не дают. Представьте только, между Рязанцевым, который идет на третьей позиции, и Артемом Пехтеревым разрыв практически 10 секунд, а это довольно серьезно. Ну а Дмитрий Скляров приблизился, конечно, к Евгению Смолину. И уже чувствует горячее дыхание своего соперника из Нового Уренгоя, Евгений Смолин. Осталось чуть больше 5 минут этого заезда, так что все еще может поменяться в нем. Спортсмены, конечно же, еще и помнят о командном зачете наших соревнований. Все-таки важно
сыграть на команду, потому что помимо личного зачета пройдут награждения и в командном зачете, поэтому все гонщики максимально успешно стараются пройти дистанцию. Ну а Евгений Смолин пока не дает никаких поводов сомневаться в своем лидерстве. Серьезные очень нагрузки испытывают гонщики. Представьте только, что та техника, которая находится под их управлением, мощная, и это все равно, что сдерживает коня одними руками, ногами. А эти железные кони, поверьте, готовы вырваться при малейшей слабинке своего хозяина. Видимо, что тройка лидеров у нас пока по-прежнему остается без изменений. Евгений Смолин, Дмитрий Скляров и Денис Рязанцев. Артем Пехтерев далее на четвертой позиции, на пятой позиции Яков Карпман. Далее идет Валерий Хоменко, Алексей Попов. Каждый из них продолжает борьбу, несмотря на то, что все наше внимание, конечно же, на лидеров, но стоит обратить и внимание на то, какую борьбу ведут ребята за 7-8 позиции, 9-10 позиции. То есть там тоже ноздря в ноздрю, все упорно. И зрители, наверное, получают огромное удовольствие от того, что видят. И, конечно же, сегодняшний день, сегодняшний спортивный праздник останется незабываемым для нас. Ошибку совершает Евгений Смолин и тут же воспользовался этим. Дмитрий Скляров пытается сейчас Евгений вернуть себе преимущество. Посмотрите, какая интересная борьба у нас происходит на трассе. И вновь перекрещивает движение и вырывается вновь вперед Евгений Смолин. Очень интересно. Ну а Дмитрий Скляров лишь на несколько секунд побыл лидером этого заезда, а Евгений рискованно, но очень красиво произвел обгон и вновь считается лидером этого заезда. Осталось менее 2 минут до того момента, как судьи обозначат последних 2 круга этого заезда. Заезды, которые дарят нам очень интересную борьбу на всех участках трассы. Трасса, которая по своей протяженности почти километр составляет, 950 метров. Можно сказать, 950 метров бескомпромиссной битвы наших гонщиков. Пытается остро атаковать Дмитрий Скляров Евгения Смолина, но Евгений, похоже, не намерен больше совершать ошибок. Денис Рязанцев продолжает оставаться на третьей позиции.
Артем Пехтерев на четвертый. Далее у нас идет Яков Карпман, Хоменко Валерий. Валерий, конечно же, старается достать впереди идущего соперника. Там тоже буквально пару секунд их разделяет, даже менее. А это очень интересно. А Евгений Смолин продолжает лидировать под беспрерывными атаками Дмитрия Склярова. Два круга у лидеров у нас осталось. Это значит, подходит завершение, первый заезд. Заезд, который дарит нам эту бескомпромиссную борьбу двух спортсменов. Так же, как и в заезде юношей, два лидера здесь на протяжении всего заезда держат напряжение как зрителей, так и самих себя. Тут же к этой двойке присоединяется еще и Денис Рязанцев. И просто умопомрачительные обгоны они пытаются совершать. Раз и так не совсем широкая. А здесь ребята даже двойной обгон пытаются совершить. И смотрите, падение у нас, падение у одного из спортсменов, по-моему, это Дмитрий Скляров. Не смог он удержаться в седле своего железного коня. И пока вышел из борьбы он за лидирующую позицию, по-моему, даже вылетел из стройки. Сейчас мы посмотрим на контрольные отметки. Рязанцев у нас на второй позиции. Очень опасно. Очень опасно было. Вот что значит серьезная атака со стороны Дениса Рязанцева. Она как раз и привела к тому, что Дмитрий Скляров не справился с управлением и пропустил своего основного соперника. Итак, Евгений Смолин сейчас уже практически в одиночестве завершает первый заезд в классе взрослые в рамках чемпионата России по кроссу на снегоходах. На второй позиции у нас Денис Рязанцев. Буквально за два круга до окончания заезда он оказался там, будучи вознагражденным за терпение, за мастерство. Все-таки хорошо он шел. Ну а у нас завершает гонку лидером Евгений Смолин. На второй позиции заканчивает заезд Денис Рязанцев, а Дмитрий Скляров, к сожалению, только третий. Вот так вот весь заезд атакует лидера. За два круга до окончания уступил Денису Рязанцеву позицию. На четвертой позиции закончил Артем Пехтерев этот заезд. Далее Яков Карпман, Валерий Хоменко. На седьмой позиции Алексей Попов. Восьмая позиция у Сергея Романенко. Далее Денис Садрисламов. Ну а завершает, замыкает десятку наших гонщиков Александр Знайдюк. Очень плотный результат. Посмотрите,
между 4 и 6 позицией буквально полторы секунды. Сами понимаете, как остро шла борьба и как интересно она завершилась. Мы понимаем, что это был только первый заезд, впереди в этом классе еще два заезда.